Золото в партии. Близкий товарищ Владимира Путина исчез из публичного поля. Помогите найти человека. 69 лет. Особые приметы. Коррупционер. Врет и не краснеет. Переписал активы на ближайших родственников. Покупает капусту для своих сотрудников по завышенным ценам. Отправляет их на убой в Украину. Имя Золотов Виктор Васильевич. Обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Все последние месяцы ходят активные слухи, мол, Путин готовится отправить в отставку своего давнего товарища. Называются даже фамилии его сменщика – Кадыров или Шойгу.